Алексей Иванович Киреев родился 8 марта 1908 года в деревне Новоалексеевка Москаленского района Омской области. Окончив 7 классов, работал на железной дороге в городе Мариинске Кемеровской области. На срочную службу был призван в 1929 году. Окончил Борисоглебскую военную авиационную школу пилотов. В феврале 1942 года ушел на фронт. К ноябрю 1944 года командир штурмового авиационного полка подполковник Киреев совершил 131 боевой вылет, в том числе и в тыл врага. Уничтожил 2 самолета, 16 танков, 41 автомашину, 19 зенитных и полевых орудий, 6 минометных точек, 6 складов с боеприпасами и горючими материалами, множество дзотов, вагонов и повозок противника. 15 мая 1946 года Алексею Ивановичу Кирееву присвоено звание Героя Советского Союза. Он также награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденами Александра Невского, Отечественной войны первой степени, Красной Звезды и многочисленными медалями.